Космолот, готуймо перемогу. Друзі, вітаю. Правильний вибір ви зараз робите. Ви на Ютубі 24-го. Для вас працюємо ми, я, Ірина Узлова і політехнолог Борис Тізенгаузен. Сьогодні у нас п'ятниця, 5 травня, і ми підбиваємо ключові новини дня та, в принципі, і тижня того яскравого, що відбувається, важливого для України. Ми робимо це щодня, з понеділка по п'ятницю, вже практично 2 місяці для вас працюємо. Спасибі вам, що дивитеся, що обираєте. І відтак попрошу вас, будь ласка, і лайк поставити нашій розмові, якщо вам не складно, а нам це допоможе, аби наші інтерв'ю просувалися просторами Ютубу. Борис Тізенгаузен, уже долучаю його до нашої розмови. Борисе, щиро вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! Доноситься з боліт, зокрема від Пригожина, вночі десь під ранок він публікує таке звернення, в якому просто реально кричить, позаду нього десятки трупів вагнерівців, він їх так розклав, мало чи не під лінійку, таке потужне, він так, напевно, вважав звернення. Проходить буквально кілька годин, Пригожин виходить знову, уже із живими вагнерівцями позаду своєї спини і каже: оскільки 70% браку боєприпасів, як він у попередньому відео, вже якому по рахунку говорив, каже, ми 10 травня будемо з Бахмута відходити. Про що вам, Борисе, говорить вся ця історія зараз? Про то, що дуже цікаві процеси починаються. Тобто функціонери воєнні починають шукати шляхи відходу і, найголовніше, шукати, кого можна обвинити. Вот в том, что не выполнена задача, или в том, что Пригожин не стал героем Бахмута и так далее. То есть Пригожин очень хитрую схему придумал. То есть он говорит: Шойгу, не дашь мне снаряды, я ухожу 10 числа, все. И тут главное теперь Шойгу, я не знаю, он может ему быстро дать снаряды. И вообще, судя по заявлениям ребят, которые там сейчас находятся, я вот интересовался, они говорят, что там особо россияне как-то не экономят боеприпасы и снаряды, то есть у них с этим, к сожалению, все в порядке. Поэтому что за этим может стоять? Ну, понятно, что 10-е, почему 10-е, чтобы Путину праздник не портить, это понятно. Понятно, почему на фоне контрнаступления, потому что так может случиться, и мы надеемся, что так и будет, что Пригожин, который полгода вагнеровцами угробил там же десятки тысяч этих вагнеровцев, заключенных, да и не только заключенных, он может оказаться просто без вот этого священного Грааля своего, вокруг которого у него вся информационная кампания построена. И очень интересный момент. Сегодня наши уже военные прокомментировали. Они говорят, что на самом-то деле там вообще не в боеприпасах дело, а дело в нехватке самих вагнеровцев. То есть Пригожину некоторое время назад закрыли возможность вербовать заключенных. Это начало делать само Министерство обороны Российской Федерации. То есть Шойгу забрал у него вот этот, как говорится, канал пополнения свежим пушечным мясом, а где брать теперь? А с каждым днем сотни вагнеровцев там остаются. Вот он Пригожин их там раскладывает, так положит, так. Помните, такое было развлечение, когда на снегу можно было, как это, хорошими русскими выкладывать любые буквы. Вот Пригожин там сейчас развлекается этим. Поэтому он очень хитрую схему себе придумал. Во-первых, он сделал так, что якобы будет виноват Шойгу, потому что он ему не дал боеприпасов. Во-вторых, он снимает с себя ответственность за то, что не выполнил задание. Скорее всего, он перед Путиным это задание проговаривал. И в-третьих, он рассказывает, он уходит в историю, в сегмент обиженного, значит, военного командира, которому проклятое Министерство обороны и Шойгу не дали возможность совершить подвиг. Очень хитрая, очень схема. Только правду бы он сказал на самом деле, что просто нет пушечного мяса. Все. А вот то, что есть, оно вот, значит, те, которые за мной стоят, это временно живые, а те, которые там лежат, это вот путь, к которому они идут. Вот и все. Вот она правда какая на самом деле. С другой стороны, ну, то, что наши, опять же, наши военные, Минобороны говорят, что поставлена задача до 9 мая взять Бахмут. Потому что надо хоть что-то показать. Что действительно стягивают туда дополнительные подразделения, в том числе и вагнеровцев, и бросают все силы на то, чтобы вот эту задачу осуществить. Но наши
стоят, как скала, уничтожают ежедневно там этих российские мясные штурмы. Россияне, конечно, тоже, они, опять же, подчеркну, они не экономят боеприпасы. То, что мне ребята, которые там говорят, они говорят, вообще там, ну, просто ад иногда бывает. Поэтому Пригожин решил себе соломки подстелить на случай, если вдруг контрнаступление, значит, начнется неожиданно для него. А оно для него точно неожиданно начнется. Він, вочевидь, назбирував її далеко не перший тиждень і місяць, бо він про цей снарядний голод виявив уже буквально з кінця лютого. І ви праві, Борис, і наші військовослужбовці, і військові експерти постійно артикулювали, акцентували увагу на тому, що снарядного голоду там ніякого немає, що це він так нагнітає і хоче до себе публічно перевернути увагу. Ну, менше з тим йому не вдається, бо ми бачимо, що в публічній площині, принаймні, ані коментарів Шойгу чи Герасимова з цього приводу немає. Піскова запитали сьогодні речника Путіна про те, чи відомо їм щось про цю погрозу, чи то пак заяву, анонс Пригожина, на що Пісков сказав так: у Кремлі в курсі, але деталі ми розголошувати не будемо, бо це, мовляв, може повпливати на хід СВО, це вони так війну називають, я нагадаю, яку вони розв'язали проти нас. Як ви думаєте, Борисе, чи були в курсі дійсно в Кремлі, чи зараз вони роблять хорошу міну при поганій грі? Ну, я не знаю вообще, зачем вопросы Пескову задавать. Он же ни на один вопрос нормально ответить не может. Это за ним уже замечено. Давно боится, не согласовано. То есть у него же нет полномочий свои мысли какие-то выражать. А за мыслью, как говорится, Путина, бежать далеко. То есть вот здесь сейчас спросить не может. Вот ему методичку отдадут следующую, тогда он сможет что-то там сформулировать. Что касается там сам Пригожин, это его инициатива, не его. Он снова начал атаковать Министерство обороны российское. Жестко начал атаковать. Помните, он какое-то время приутих, даже поговаривали, что Путин там с Шойгу его за столом посадил, как-то мирил там и так далее. Для Путина, Путин никого мирить не будет. Для Путина это идеальная история, когда они грызутся друг с другом, когда вот градус и виновные крутятся вот там внутри российского военного руководства. Потому что тогда, если бы оно там не крутилось, вот Пригожин обвиняет Шойгу, Герасимова в том, что там провалено что-то. Гиркин обвиняет. Ну, Путина никто не обвиняет. Ну да, Гиркин иногда туда закидывает, но это ему чисто по политическим мотивам, чисто для его будущей, как говорится, функции нужно. Поэтому я думаю, что это его не самостоятельная инициатива. Хотя сейчас даже ходят слухи, что Пригожин там может в какую-то свою игру играть, может даже стать, значит, лидером военной хунты, какой-то переворот там совершить в России. А с кем он его совершать будет? Там с 10 тысячами или с 15 тысячами вагнеровцев, которые у него остались? Ну, в общем, сказать довольно сложно. Это просто пауки, грызня пауков в банке. И оно все выходит за рамки информационного поля. Во-первых, потому что у Пригожина есть свои информационные ресурсы. Во-вторых, потому что в России уже разделены на определенные касты. Кто-то поддерживает, кто-то активно поддерживает, кто-то не поддерживает войну. Ну, в общем, разделены эти касты между собой, там в какие-то противоборства заходят. И в-третьих, это прекрасно, когда эти пауки грызутся. Это значит, что у Путина не хватает ни влияния, ни возможности, не может даже уже где-то авторитета управлять тем, что происходит с его вот этими, значит, с руководителями бандформирований. Российскую армию я тоже так называю. 10 травня він назвав саме тому, що коли не вдасться захопити до 9 травня, щоб просто потім зняти з себе ось цю відповідальність, як ми говоримо? Ну, в першу чергу не захотів Путіну настроєння портити. Понятно, що якщо б він 9 мая ушел оттуда, ну, это, или 8-го, это было бы, конечно, совсем уже. Хотя я не исключаю, что он действительно может просто играть в какую-то игру и сказать, вот смотрите, мне дали снаряды, и мы там еще на 100 метров продвинулись. Я самый эффективный на этой войне военачальник, потому что нигде больше российская армия не продвигает. Только я могу продвигать, но давайте мне бабла кучу, и давайте мне кучу всяких боеприпасов, и дайте мне возможность снова грести заключенных. Вот примерно в эту игру он тоже может играть. Что касается там 10-го или еще, ну, я вообще, честно говоря, вот думаю, что этот парад, который они собираются 9 мая провести, это будет самый унылый парад за всю историю Российской Федерации. Самый унылый, самый бесславный, самый грустный
И там будет многим страшно. Да, мы видим уже, какие меры безопасности в России. Там уже метро позакрывали, уже GPS-ы там глушат в центре Москвы. Каршеринг запрещен. Ну, не дай бог, кто-то там машину возьмет в аренду, ее напичкает чем-то, да. То есть там беспрецедентные меры безопасности, я не знаю, помогут они, не помогут, но это липкий страх. Это страх, вот докатились, да, может, это избитая фраза, что сейчас вот там Украина на колени пойдет, с цветами к нам побегут, до того, что а все ли меры безопасности в центре России, в Москве, на Красной площади, на 9 мая были учтены? А не прилетит ли Путину какой-то снаряд или беспилотник? А что, ну, то есть, вы понимаете, они сейчас думают, а не произойдет ли какая-то нештатная ситуация у них на параде. Вот они до чего докатились. И это только год прошел. Так. До речі, аналітики Інституту вивчення війни теж зауважують, вони спершу говорили, що ця атака безпілотника буцімто на вежу Кремля, в чому Кремль звинувачував Україну, Вашингтон, англосаксів, це ми напередодні обговорювали. Спершу в Інституті вивчення війни зауважили, що це, мовляв, було зроблено для того, аби була ширша мобілізація. Так, тепер вони виходять з іншою заявою, стверджують, що цей удар Росія, Кремль використає, щоб збільшити кількість скасувань цих парад до Дня Перемоги. Нагадаю, що вже більш ніж двох десятках міст вони скасовані. Чи погоджуєтеся ви, Борисе, що може так бути використана ця історія для того, аби дійсно поскасовувати ці паради, бо і святкувати нема чого, і дійсно острах дедалі більший? І да, я дійсно, ну, вважаємо, структура Інституту вивчення війни, я удивився, що вони таку версію ізначально видали, що, мол, безпілотник, який врежеться в російський флаг там десь ночі, він вдруг як-то в россиянах пробудит какие-то мобилизационные порывы. Но это, конечно, полный бред. Да даже если им в дом он попадет, то ничего не будет. Вон, не знаю, там самолет, например, который, помните, там их на посадке или на взлете снес там кучу подъездов, всего остального, поезда, которые сходят с рельс, нефтебазы, которые горят. Ну, то есть это ничего, это наоборот, это сделает для россиян обратный эффект производит, потому что как это так? Они все ближе и ближе, эти проклятые англосаксы с укронацистами, мы с вами, то есть, да? А нас зовут воевать, а ситуация хуже становится. Конечно, это никак не пробудит. Ну, а насчет сокращений парадных каких-то, да, мы, кстати, с вами эту версию выдвинули еще до этого. Я думаю, что авиации будет гораздо меньше. Может, ее вообще не будет именно вот этой части парада, которая воздушная. Ну, может, там пролетят какие-то самолеты, несколько штук, так уж, чтобы совсем не было стыдно, позорно. Но на этом все закончится. Поэтому что Путина не выведут? Выведут, конечно, у него же двойники есть. Ну, то есть, то, что не настоящий Путин пойдет обниматься с ветеранами, мне кажется, это всем понятно. Там в России уже даже шутят на эту тему. Настоящий будет сидеть там в своем где-то там бункере или еще где он там сидит в это время. То, что могут Путина просто на экран вывести и сказать, я в это не верю. Двойника можно в расход пустить, самого как непохожего. Это там проблем не будет. Поэтому ограничения по параду, да. Мобилизационное какое-то там, подтолкнуть россиян к пойти воевать, нет. Рассказать всему миру, смотрите, кстати, заметили, как всякие консервы, ну и не только консервы, например, как Орбан начал говорить, что это Украина, нельзя так делать, атаковать российский Кремль. Ну, то есть понятная история, что кое-где эта история сработала. Но даже европейские партнеры, американские, которые наверняка знают, как там все произошло, они говорят, ну, мы не комментируем, потому что, ну, действительно, а Украине зачем? Вот давайте так, а зачем нам? Просто показать, что там где-то что-то можем поднять и подорвать флаг российский, ну, это бред полный. Россия отбитая полностью, они будут орать и верещать про удары возмездия, и они запустят все, что у них там останется, могут запустить. И они это там делать начинают уже потихоньку. Ну, то есть, понятно, что это они сами. Кстати, еще одна версия есть. Вот я сегодня в одном эфире общался. Илья Пономарев говорит, российский оппозиционер, говорит, что вот у него есть информация, что это какие-то там, значит, силы, которые хотят
олигархам намекнуть, что, мол, вот смотрите, из Подмосковья запустили, а у вас у всех дома в Подмосковье, и вот бойтесь, потому что если вы там как-то не повлияете, я не, вот в такую версию я не очень верю. Объясню почему. Потому что если начать запускать по домам олигархов, это совершенно уже иная история. Это называется уже на это уже России просто карты в руки. Смотрите, мы же говорили, что они террористы. Вот они по домам стреляют, семьи, там, бизнесменов и так далее. Я вот в это тоже не очень верю. Это я так проговорил, потому что эта версия, скорее всего, будет она обсуждаться. Да, не виняток. А окрім того, от Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, ну назвімо його культурно, по-різному його називають. Він перебуває зараз на засіданні міністрів закордонних справ країн ШОС. Він напередодні прилетів на ГОА, там йому ще хтось її руку потискає. Ну це інше питання. Він, звісно, прокоментував теж знову атаку цього безпілотника, назвав Зеленського маріонеткою Заходу, ну як би ще він його назвав. І він, от, наприклад, не очікує, як він каже, від України нових провокацій, за прикладом атаки на Кремль, оскільки ширше розуміє геополітичний характер того, що відбувається. Тому що, ну, вважаю, що, звісно, стоїть за цим оці англосакси, про яких ми говоримо, і це результат дій Сполучених Штатів, їхніх сателітів, які накачують нас зброєю такими провокаціями. А чи дійсно от ця атака, вона така символічна, перша і остання? По прикладу такої атаки. Ну, я думаю, точно не последняя. Даже как бы конец 90-х про Рязанский сахар, если мы вспомним, там была одна и вторая, одни взрывы были, вторые. В общем, пока не вскрылось это все, что это ФСБ там затеяло. Ну, то есть россияне в этом плане, как бы, чтобы, даже просто, чтобы мировому сообществу показать, что украинцы, они там полностью как бы отбиты, какие-то террористы. Для них взорвать жилой дом – это вообще не проблема. Ну, свой, я имею в виду, со своими россиянами. Это вообще не проблема. То есть я думаю, что когда у них будет ситуация хуже, вот как раз россиянам я поднапрягся, потому что когда ситуация будет хуже, а она будет хуже для них, то будут уже на такие крайние меры идти. Ну, все прекрасно понимают, с кем имеют дело. А Лавров, кстати, вы обратили внимание, сначала это был киевский режим 100%, значит, покушение на Путина, а потом это стал Вашингтонский обком, который управляет киевским режимом. То есть они спохватились, они же в первые 12 часов как-то не сподобились написать версию, потому что надо было уже делать это. И вот они сейчас эти версии меняют, что это США руками Украины, ну и так далее. Пусть говорят, что хотят. То есть это не последнее, Ирина, отвечая на ваш вопрос. Кто следующую акцию совершит? Будут это какие-то разборки внутренние, как статуэтка, да, и этот Владлен Татарский? Сказать сложно. Или Дугина, которую тоже те же ФСБшники грохнули, там, чтобы немножко взбодрить россиян. То тоже сказать сложно. Но кто-то будет. То есть, как правило, будет дан приказ, и там побольше, поменьше. Либо это будет сакральная жертва, известная. Не знаю, там какой-нибудь пропагандист топовый. Либо это будет массовая жертва какая-то. Но вот что-то будет. Я почему-то, мне так кажется. А от чому? Чому вони змінили дійсно? Я вже теж думала, що спершу стоїть кремлівський український режим за цим всім, там наркомани, як тільки знову не пообзивали. А потім дійсно і Вашингтон лунало, і англосакси, і все ось те, що керується Заходу. Можливо, тому що було це спрямовано на підрив надання допомоги від західних партнерів. Потім побачили заяви з того ж Вашингтона, де сказали, що все, що заявляє Росія, треба ділити на 150 і потребує воно перевірки. Зрозуміли, що ця мета не спрацювала, і почали вже іншу риторику, звинувачуючи Захід напряму. Чи з цим, з чим пов'язана ось ця зміна? У мене виникла ще одна версія, от тільки що. Я її зв'язую з інформацією, яка була в документах, пам'ятаєте, утечка цих документів, в яких було сказано, що ну, там, Соединенные Штаты не одобряли ударов по Москве или там по российской территории. И, собственно, это было причиной того, что не поставляют Украине там дальнобойное оружие или авиацию. И россияне такие: о, смотрите, а давайте по Кремлю жахнем, может, они точно тогда поставлять не будут. Ну, то есть и такая версия возможна. Сейчас уже версии мы там кучу наговорили, но я не исключаю, чтобы показать нашим партнерам западным, что нам оружие дальнобойное давать нельзя, иначе мы сразу по Кремлю
жахнем. Даже когда нам его не дают, вот, посмотрите, что происходит. Хотя я думаю, что и это тоже могло быть причиной инсценировки этой ФСБшной. А от щодо ще відповіді Кремля, не лише на словах, а й на діях, теж були версії, що будуть оці удари возмездя, бо вони, власне, і почали цю риторику теж на своїх пропагандистських шоу і у всіх своїх телеграм-каналах, що давайте по центру ухвалення рішень, удари, давайте тактичну ядерну зброю, всіх алкоголіків подоставали. І от тут сьогодні Борис Сіманьян, пропагандистка, їхня відома Маргаритка, виходить із новим дописом в своєму телеграмі і каже, що надо прекратить заявлять о том, что мы на все ответим. Люди уже не могут это слышать. Кажется, что не представляете, до какой степени режет слух эти все слова провокация, циничный акт, готовим ответ. Люди верят в то, что видят, кажется Симоньян, и надо прекратить заявлять. Чем больше заявлений, тем меньше веры в них. А що відбувається? Що вона почала усвідомлювати, що їхня відповідь далі пустих словесних погроз зайти не може? Я думаю, вот это ее, этот ее пассаж, он адресован Рогозину и части других российских политиков, которые сказали, что все, это значит сразу расчехляйте тактическое ядерное оружие, будем бить. И если этого не произойдет, скажут, вот один там балабол, да, другой, Медведев там всех в труху ядерную стирает периодически. Вот сегодня, кстати, пятница, сегодня вечером, чуть попозже ждем, когда его, значит, в плен алкоголь захватит, и он начнет опять всем угрожать. Поэтому, хотя ему и пятница, мне кажется, что там каждый день все происходит. Поэтому этот в адрес как раз тех, кто обнадеживает праворадикально настроенных россиян, что Россия, удар возмездия, это обязательно тактическое ядерное оружие и по центрам принятия решений. И, ну, потому что у нее мозгов чуть больше, чем у Рогозина, у Симоньян. И она понимает, что завышенные ожидания, они всегда как бы ведут к разочарованию. Ми вже згадували про Орбана, який теж веде до розчарування. І він тут новою скандальною заявою прославився. Він так любить періодично з нею виходити. Вона завжди просякнута духом оцієї кремлівської пропаганди. Теж Орбан каже, що тільки в кашці може бути ситуація, про яку Росії переможуть. У нього навіть не вистачить фантазії уявити, що хтось може перемогти ядерну державу, зауважує Орбан. А ми бачимо, що всі ці ядерні погрози погрозами і лишаються. А коли Орбан заспокоїться? Чи вже ніколи? А ніхто і не мог предположити, що ядерне государство Совєтський Союз може розвалитися. Як це так, да? А що случилось? Поэтому, ну, Орбан, конечно, йому дуже не хочеться, щоб с Россией там что-то необратимое произошло. Ему комфортно работать с Путиным, с путинским режимом, дешевый газ, на кредиты российские атомные электростанции строить. Все это как бы, ну, по понятным причинам это способствует лояльности его электората и как это, длительности его политической жизни у себя. Здесь все ясно. А вот что победить ядерное государство, смотря про какую победу мы говорим. То есть мы же не говорим про победу, мы там на танках приехали на Красную площадь и расстреливаем Путина, а он в бункере закрылся. Мы говорим про, с одной стороны, экономическое истощение Российской Федерации, потерю рынков, откат на долгие-долгие годы назад. Внутри разброты, шатания, конфликты по разным, значит, водоразделам элит, бизнеса, военных, силовиков и так далее. И про частичную или полную фрагментацию Российской Федерации, ну, развал, я имею в виду. Но это вот про такое мы можем говорить. Поэтому Орбан, конечно, он прав, наверное, в том плане, что победить в классическом виде, да, разбомбить, сравнять с землей, да никто и не собирается. Мы же не террористы, как россияне. Вот. А вот победить умно, это вполне себе можно. И на нашей стороне цивилизованный мир. И есть все шансы и все инструменты для этого. І, Борисе, ще наприкінці нашої цікавої розмови хочу спитати, якщо взяти ось це все, що ми бачимо, якісь розброти, шатання кремлівських псевдоеліт, атаки безпілотників, різні версії від самих пропагандистів, погрози Пригожина, снарядів нема, піду, зміна риторики пропагандистів. Чи свідчить це все, що той пазл, який вже ознаменує початок смути в Російській Федерації, він вже починає складатися? Наверное, нет. Почему? Потому что смута начинается, ну вот там заявления Пригожина, они же звучат ровно для того, чтобы
свою позицию усилить. Они не звучат, потому что все пропало. Вот те, у кого звучит «все пропало», мы с вами их слушали, записи, они смылись из России или планируют, получают гражданство там, не знаю, других стран каких-то, и недвижимость в других странах покупают. То есть они свою смуту уносят с собой в Дубай, грубо говоря. А вот когда процессы начнутся, ну, то есть я думаю, что еще пока вот до той смуты, когда в клинч зайдет, например, ФСБ с армейскими или олигархи с другой частью олигархов и начнут свои там частные военные компании применять. Но пока до этого, наверное, далековато еще все-таки. Ну, нічого, почекаємо. Дякую дуже. Борисе, дякую за цю цікаву розмову і за роз'яснення. Побачимося вже в понеділок, сподіваюся. Спасибі, що були сьогодні цей тиждень з нами. І ми вам, друзі, з Борисом дякуємо, що ви теж обираєте нас, дивитеся, прислухаєтеся. Ірина Узлова, Борис Тізенгаузен, ми на вас щодня чекаємо із понеділка по п'ятницю і на Ютубі 24-го, і в ефірі 24-го. Обирайте свіжі, цікаві новини і довіряйте нам. Спасибі, що із нами. Вірте в Україну, вірте в перемогу і вірте в себе.